Уважаемые зрители, я напомню о том, что в 18:45 состоится торжественное открытие нашего турнира. В вечерней части программы вашему вниманию будут представлены три титульных поединка за звание чемпионов Европы по версии European External, бой за звание интерконтинентального чемпиона по версии WBA и бой за титул чемпиона Европы. В этих поединках против бойцов Union Boxing Promotion выступят боксеры Казахстана, Беларуси, Бразилии и Италии. Уважаемые зрители, напомню о том, что в 20:00 начнется трансляция поединков нашего турнира на телеканале Мегаспорт, а в 23:00 начнется прямая трансляция центрального поединка сегодняшнего вечера.
бою единогласным решением судей победу одержал Сервер Тамурлаев, Юнион Боксинг Промоушен.